Люди так спешат получить видимый результат, но это поспешно, все портит, Не надо думать о результатах. Вообще в сознательной духовной работе понятие «результат» должно быть полностью исключено. Потому что пока не сделано все, не сделано ничего, об этом надо помнить. А страстное желание поскорее получить какой-то видимый результат – это типичная ошибка всех начинающих работу на пути сознательной духовной эволюции. И самое распространенное среди тех, кто, по их мнению, уже чего-то достиг и непременно хочется еще быстрее двигаться дальше. Само по себе ожидание результата, неважно какого, да, само по себе ожидание результата и беспокойство по этому поводу приводит к выпадению вашего сознания из реального момента времени. Вы уходите с божественной волны, как только чего-то ждете. Да? Вот. И в связи с этим трансформирующая работа нисходящей силы божественной попросту стопорится. Вы теряете с ней контакт. Так что перестаньте хотеть, не ждите ничего, ни хорошего, ни плохого, и тогда все, что должно, состоится в срок, никак не ранее. Так что легко и радостно жить, когда ничего не хочешь, когда тебе только чудо живой жизни постоянно в тебе вибрирует, а вы все вот там полните ум какими-то ожиданиями, какими-то вопросами. Надо учиться проживать жизнь в каждом текущем моменте времени. Тогда вы будете получать и авансы от Господа, да, зримые авансы. Тогда вы будете ощущать жизнь в ее полноте, хотя бы какими-то моментами, хотя бы в какие-то периоды. То есть у вас будет что с чем сравнить. Судя по тому, что мне рассказывает читающие газеты и слушающие радио, люди, а я сама ничего этого не делаю, говорит мать, весь мир сейчас подвергается воздействию, которое на данный момент все выбивает из колеи. Количество явно ненормальных людей, похоже, нарастает. Это она говорила, ну, в 60-е годы прошлого столетия. Ну, сейчас, ну, нарастает, и сейчас, по-моему, уже наросло, и дальше некуда, или еще будет нарастать, как вы думаете? Количество ненормальных людей. И действительно, сегодня люди повсюду рычат и толкаются. Заметили? Ну, вот как вот животные. Рычат и толкаются, да еще как рычат, да еще как толкаются. Причем по всем каналам. А средства массовой информации смачно преподносят нам эти вакханалии. И всеобщее беснование, стихийно проявляющееся то там, то тут, многими уже воспринимается как норма. Ну, так должно быть. Все должны бесноваться. Все абсолютно. По любому поводу. А причиной тому является все возрастающее давление нисходящей божественной силы, которая имеет напряженность в каждой точке около земного пространства. И сам по себе процесс принудительной эволюции, а именно это и происходит сейчас, приводит к появлению все большего числа людей из тех, кто отказывается сознательно эволюционировать, с явными психическими расстройствами, не говоря уже о соматических проблемах. И чем дальше, тем больше таких людей будет появляться. И соматика летит, и психика. Общежительный всечеловеческий монастырь со временем незаметно для большинства его насельников постепенно превратится в огромную психиатрическую клинику. Понятно? Постепенно. Где все, кто отказывается встать на путь сознательной духовной эволюции, окажутся ее тихими или буйными пациентами. Ну, два варианта. Или буйные, или тихие. Но пациенты психиатрической клиники. Все. В основном. Те, кто отказывается эволюционировать. А таких подавляющее большинство. Понятно, наверное, да? И контакт с ними, разговор, беседы, споры абсолютно бесполезны на любую тему. Люди не в реальности. Люди в своем виртуальном мире. В мире своих проблем, своих надежд, своих страхов, своих сомнений. То есть у каждого своя виртуальная реальность в голове. Не верится, да, ну вроде бы вы здесь,
в этом мире, в этой жизни, а у каждого своя виртуальная реальность. Вы вот так как-то вот пронзительно взгляните на все это, и чтобы вас пробило, Боже мой. Каждый живет какой-то своей виртуальной жизнью, на самом деле ложной, иллюзионной. И, соответственно, каждый говорит на языке своего собственного эго. То есть люди друг друга не понимают. Потому что каждый из своей реальности говорит. Вы можете себе представить? Вот чтобы вас это пробило вот буквально. Когда вы хотите кому-то что-то доказать, там, навязать, но это бесполезно. Вот сегодня таков мир. Вот в подобных запущенных случаях самодиагностика становится невозможной. То есть человек не может определить себя как заблудившегося, как живущего в виртуальном мире. Он невозможен себе диагноз поставить, что он живет в нереальном мире. Это невозможно делать. Поскольку для него этот виртуальный мир реален. Вот такие странности. Так что не теряйте времени даром, не откладывайте на потом то, что надо сделать именно сегодня. Потом может быть поздно. И не пытайтесь исправить окружающий мир, займитесь исправлением себя. Вот на этот счет есть одна очень поучительная история. Один честолюбивый 20-летний юноша обратился к Господу с просьбой изменить этот несправедливый мир. С тех пор прошло 10 лет, но мир остался прежним. Просьба юноши не была услышана Богом. Ну, можно было бы разочароваться в Боге, в его несправедливости по отношению к людям, но юноша вновь, уже в возрасте 30 лет, обращается к нему, к Богу, с просьбой изменить хотя бы его родную деревню. Ну, не целый мир, но родную деревню хотя бы. Проходит еще 10 лет, ничего в деревне не изменилось, люди остались прежними. Потом, будучи уже взрослым человеком, этот человек с завидной периодичностью каждое десятилетие просил Бога изменить соседей, свою семью, но все оставалось неизменным. Господь никак не внимал его искренним просьбам. И, наконец, в возрасте 70 лет человек вновь обращается к Богу со словами: «Я все понял, помоги мне измениться самому». На что Господь ответил ему: начни ты с этого в 20 лет, у тебя был бы неплохой шанс. Нормально? Но вообще-то начинать никогда не поздно. Душа, она молодая всегда, да? И если вы созрели для того, чтобы начать, то независимо от возраста тела, но можно и нужно начинать. Ясно? Он-то все к Богу обращался с молодости, а вы с молодости к Богу не обращались. Ну, как созрели для обращения, так и началось, да? Неважно, в каком возрасте. Так что я вселяю вам надежду. А то вот уже поздно, ничего не получится. Получится, получится. Обязано получиться, если вы искренне в своем стремлении. Изменить себя, ток себя. Других вариантов нету. Так что не пытайтесь изменить мир, ближайших родственников и все с этим связано, и начните с изменения себя, независимо от возраста. Ну, естественно, чем раньше, тем лучше. Изменитесь вы, и непременно изменится окружающий мир. Ваше восприятие окружающего мира обязательно изменится. Оно будет правильным, не иллюзорным. В Америке, например, говорит мать, такое впечатление, что вся молодежь там охвачена неким странным легкомыслием. Здравомыслящих людей оно, конечно, беспокоит, но это воздействие бесспорно является указанием на то, что тут работает необычайная сила. Это разрушение всяких правил и привычек. Сейчас это кажется несколько странным, но это необходимо.
ну, об Америке. Она говорит, что в то время там были всякие движения молодежные, там хиппи было, да, вот эти вот движения, ну, раскованная молодежь. Так вот, почему наиболее продвинутая молодежь, продвинутая, повсеместно бунтует? Бунт может быть и внешним, и внутренним. Он может быть очевидным и неочевидным, но он непременно присутствует. И главной причиной тому является духовная непросвещенность молодежи, который не предлагается единственно верный выход из эволюционного тупика, в котором оказалось сегодня все земное человечество. Особенно это касается тех молодых людей, которые, имея духовный опыт или духовный дар, опыта не имея, да, даже об этом не подозревают и, соответственно, не могут этот дар реализовать. Ибо все предлагаемые полумеры их, ну, просто не устраивают. Не будет правильного духовного просвещения, не станет понятным смысл существования человеческого, да, не будет и полноценных духовных плодов. Вот мы пытаемся этим заниматься, молодежь откликается, это радует, а некоторые благодарят за то, что полученные ими знания спасли их от возможных роковых последствий, которые могли бы, ну, состояться. И рекомендуемый нами вариант, или практически, правильно сказать, вариант реализации пути сознательной духовной эволюции является на самом деле венцом духовных исканий всего земного человечества за многие тысячелетия, да, его существования. Это есть, ну, чудесный синтез, я бы сказал, подлинной науки о человеке. Мы научные данные обязательно в подкреплении того, что мы говорим, как практический опыт реализации, представляет свой чудесный ситнес подлинной науки человека и истинной религии, то есть той самой духовной основе, которая дает возможность соединить науку и религию, или как бы духовные изыскания, и одно дополняет другого. По сути, это как бы то, что можно назвать внецерковной всечеловеческой религией, которая напрямую через посредство божественной силы связывает вас с божественным началом, с Всевышним Господом, как хотите. То есть напрямую остаться один на один с трансформирующей силой. То, что материальное сознание, то есть разум в материи, сформировался под давлением трудностей, препятствий, страданий, борьбы – это огромное затруднение в материальном мире. Это был, так сказать, выработан, да, он был, так сказать, выработан этими вещами, трудностями. И это наложило на него печать почти что пессимизма, пораженчества. А это, конечно же, самое большое препятствие. Но надо сказать, что наше пессимистическое, пораженческое, материальное сознание – сформировалась в процессе животной эволюции, постоянной борьбе за выживание, борьбе за преодоление трудностей, которые сопутствуют смертной жизни. И все это наложило тяжелый отпечаток на человеческое подсознание. На человеческое подсознание, в целом смирившееся на генетическом уровне со своей печальной участью. То есть, ну, пожил, состарил, пострадал, состарился и умер. То есть, по сути, на генетическом уровне вот такая печальная участь и упорное нежелание каким-либо образом меняться. И таким образом, с рождения нам, по сути, выносен на время отсроченный смертный приговор, который необходим во что бы ни стало отменить. Это заложено в правила божественной игры. Чтобы победить смертную жизнь и выносить в коконе физического тела носитель жизни вечной, эта пораженческая структура, наш физический ум, должна быть непременно трансформирована. А все клеточное сознание или телесное сознание обращено к божественному. А эту задачу способна выполнить только та сила, божественная сила, нисходящая, которую необходимо сознательно открыться, и не вмешиваясь нашим беспокойным, во всем сомневающимся умом в ее трансформирующую работу, дать ей возможность сделать то, что она считает нужным. И вот только тогда возможна победа над ее величеством смертью. Нужны очень конкретные, очень ощутимые и часто повторяющиеся переживания, чтобы материальный разум,
или физически ум убедился, что за всеми его трудностями присутствует божественная милость, за всеми провалами – победа, за всеми страданиями, болью и противоречиями – радость жизни или ананда. И всех усилий чаще всего приходится повторять это. Вы постоянно должны грать прочь, преобразовывать пессимизм, сомнения и пораженческие представления, то есть не давать им возможность развиваться и владеть вашим сознанием. Но поговорка известная «вода камень точит» точно соответствует филигранной работе нисходящей божественной силы в нашем материальном подсознании, в этой костной пораженческой структуре, которая препятствует обретению нами жизни вечной. Тело, наше физическое тело, если оно целиком или полностью облачится к божественному, всегда настроено на поражение. Если к божественному телу не обращается, если не происходит соответствующие изменения, трансформации на клеточном уровне, то в целом наше тело настроено на поражение, на финальный печальный исход, на смерть. В этот период, да, и вот в эти периоды, когда божественная сила затрагивает вот те самые подсознательные структуры, которые должны быть побеждены, которые настроены действительно на поражение, здесь мы должны с вами, а это обязательно будет им ощущаться в нашем активном сознании, мы должны пессимистическим настроением, пораженческим настроением поставить заслон. То есть полностью доверившись божественной силе, дать ей возможность победить эту скрытую пораженческую структуру для того, чтобы мы стали свободными на самом деле от влияния ее величества смерти, от фонового как бы вибрационного пораженческого начала, которое постоянно вот, связывает нас с смертной жизнью. Постепенно, понемногим вибрации новой жизни или божественной благодати овладевают и клетками тела. И с этого момента, когда вот эта вот клеточная наша вся структура заражается вибрациями новой жизни, в клетках или в нашем подсознании активном появляется действительно оптимизм, появляется уверенность в том, что действительно мы можем и должны жить как бы совершенно, так сказать, в новом качестве, жить без страхов, без сомнений, без страданий. Ибо это крайне необходимо, чтобы в нашей смертной пораженческой структуре сформировался и проявился носитель жизни вечной. Смертное физическое тело, вот в этом все чудо, в общем-то, действительно духовная трансформация. Смертное физическое тело должно породить носитель жизни вечной. Вот об этом нам еще раз хочется подчеркнуть. Возвестил впервые в духовной истории человечества Спаситель 2000 лет тому назад. Он сказал: «Хватит умирать», то есть пора перестать умирать, мы должны в конечном счете дать возможность проявиться через посредство божественной силы носителю жизни вечной. Ну, что и подразумевает и реализация пути сознательной духовной эволюции, по которому, надеюсь, мы с вами худо-бедно как-то идем. Я хорошо понимаю, почему истина или истинное сознание не проявляет себя постоянно, а периодически уходит. Дело в том, что разница между его мощью и силой материи настолько велика, что сила материи как бы перечеркивается. Но тогда это не трансформация, это просто уничтожение. Это не будет трансформацией. Так всегда делалось в прошлом. Материальное сознание полностью придавливалось силой, которая... Ничто не могло сопротивляться, ничто не могло противостоять. Вот о чем она здесь говорит. Она подметила очень тонко, что мощь трансформирующей силы, вот той силы, которая давит на все и вся, и в частности на конкретного человека, что мощь этой трансформирующей силы настолько велика, что добавь ее этой мощи, еще чуть-чуть, да, и физическое тело было бы полностью уничтожено. А потому в нашем случае, в случае правильного следования по пути сознательной духовной эволюции, в случае правильной открытости этой силы,
божественная милость строго дозированно, порционно отпускает эту силу, дабы не повредить физическое тело. То есть не сразу нас переводит в новое качество сознания, а постепенно, постепенно трансформируя материю, вот, проявляет в нашем смертном физическом теле новое сознание. И когда носитель жизни вечной, эта новая тонкая вибрационная структура окончательно вступая в свои права, то преображенное физическое тело как бы для нас, ну, перестает существовать или умирает в качестве прежнего носителя жизни, материального носителя жизни, ибо то, что мы называем собою, или то, что мы называем жизнью, вот своей жизнью, это то, что мы ощущаем себя в совершенно новой структуре, не в физическом теле, вне связи с головным мозгом, с центральной нервной системой. То есть это действительно удивительная вещь, когда проявляется в нашем интегральном существе уже не эгоистическое личность, не духовная личность, как это было после духовного рождения, а божественная индивидуальность, которая, ну, способна существовать на любом плане бытия без потери памяти, без потери индивидуальности. Это то, что способно существовать и быть без потери индивидуальности, ну, как бы в жизни вечной. То, что действительно является, ну, окончательной победой над материальной смертной жизнью. И трансформирующая мощь этой силы, супраментальной силы, проявится, надо сказать, во всем своем великолепии, видимо, во время квантового скачка эволюции, то есть очистительного процесса, когда явится новая Земля, новые небеса и новый человек. Вот. И надо сказать, что вот Иисус продемонстрировал своим ученикам результат. Результат трансформирующей работы Духа Святого Божьего, представ перед ними, перед своими учениками, которые обрели видение тонкого плана сознания в новом осиянном бессмертном теле. При этом его физическое тело было полностью уничтожено трансформирующей силой. Да, потому что физического тела, ну, не было. Реально, вот в погребальной камере были только пелены, которые это тело окутывали, да? Тела не было. Вот. А вот та новая тонкая структура, она, по сути, и явилась ученикам, его ближайшим ученикам, которые по мере реализации вот его рекомендаций по обретению жизни вечной, в общем-то, имели возможность видеть его в новом тонком вибрационном теле. То есть им в процессе воскресения был продемонстрирован вариант в ограниченном, что ли, локальном пространстве, в ограниченной области, да, земной, вариант квантового скачка эволюции с обретением вот жизни вечной. Вот этот вариант, он действительно был продемонстрирован ближайшим ученикам, и все они, независимо от условий и обстоятельств внешних, да, заявляли, вот те, кто видели его воскресшим в новой тонкой вибрационной структуре, что он действительно явился им воплоти, в новой, воплоти нового качества, который вот, он им продемонстрировал как вариант истинного спасения и победы над смертью. Внизу родилась сила воздействия на этот разум. Она дала клеткам материальную силу отделиться от него и отвергнуть его. Именно после этого произошел поворотный момент, поворот во всем, в целом. Как если бы произошло что-то действительно решающее, появилась какая-то доверительная радость. Ах, мы, клетки тела, свободны от этого кошмала. То есть она здесь говорит об одном совершенно чудесном переживании, когда супраментальная сила, проникшая вглубь телесной материальности, чудесным образом вмиг обратила клеточное сознание или телесное сознание к божественному. Это действительно поворотный момент во всем эволюционном процессе. А для нас это означает окончательный психологический разрыв со смертным физическим телом. То есть окончательный разрыв на материальном уровне происходит только после оставления физического тела при так называемой смерти.
А если говорить языком компьютерным, то на генетическом уровне супраментальной силой была уничтожена программа смертной жизни. Мне хорошо помнится этот момент, момент обретения клетками тела психологического бессмертия. Именно момент, ибо это свершилось мгновенно, просто за считанные доли секунды, принципиально как бы новый вариант жизни, свободный от смерти, состоялся. Не в психологическом плане, а это уже, победа над смертью в связи с тем, что физическое тело нам все время фанило и говорило, что нет, как бы вы ни старались, куда деваться, обязательно, это заведено, это уже, на генетическом уровне запрограммировано. И вот эта победа на генетическом уровне, она мне запомнилась над смертью на телесном уровне. Я сидел за столом, это было вечером, чем-то занимался, либо что-то читал, либо что-то конспектировал, и вдруг в один момент все мое тело, все, каждая клеточка тела наполнилась страхом. Оно как бы ощетинилось от страха. И в одно мгновение, просто в одно мгновение, я даже не успел это осознать, просто я чуть приподнялся, и тут в одно мгновение страх сменился благодатью. То есть такой радостью жизни, радостью существования, совершенно, феноменальной, на фоне контраста страх и тут же благодать, это было, конечно, каким-то чудом. Я не успел испугаться, тело как бы испугалось, но в одно мгновение наполнилось благодатью. Это было событие, я его назвал рождением в духе каждой клеточки тела, то есть каждая клеточка тела родилась в духе. Не рождение в духе, та же истинная сущность вышла, когда на первый план, до того, а это рождение на телесном уровне, то есть все клетки как бы в одно мгновение обратились к божественному. Это действительно чудесное состояние. Это была огромная победа в работе на пути сознательной духовной эволюции, сравнимая разве что с духовным рождением. И теперь, после такого, варианта клеточного рождения или рождения клеток тела в божественном, это действительно событие, когда душа и тело стали абсолютно свободны и независимы друг от друга. Независимо друг от друга, и все трения между ними перестали существовать. Тело, обращенное к божественному само по себе, и душа, свободное от иго смерти. То есть это разделение произошло, и носитель жизни вечной в теле, которое стало свободным от этого эволюционного перегноя, от страхов, сомнений и страданий, он вышел на первый план. То есть, по сути, рождение в вечность состоялось. И тело, физическое тело, впервые получило, абсолютную свободу. Свободу выбора во всем, ибо до этого времени оно, тело физическое, большей частью подвергалось насилиям, с нашей стороны. И одновременно она продолжает. Это переживание продолжилось, и у меня это было тоже как в продолжении того, что состоялось в одно мгновение. Одновременно облегчение, физическое облегчение, как будто воздух стал пригоднее для дыхания. Да так, что-то вроде того, как будто ты был заключен в скорлупу, удушающий. Во всяком случае, в ней было проделано отверстие. Вы теперь можете дышать. Не знаю, есть ли тут что-то большее, но в любом случае, что-то было как бы прорвано, и вы можете теперь дышать. Так здесь она говорит в своих переживаниях, это отчетливо, в ее переживаниях это отчетливо просматривается, об обретении полной энергетической прозрачности физического тела. Это как бы то самое освобождение от той удушающей скорлупы, которая до времени покрывала это наше новое вибрационное тело, которое в физическом теле родилось, состоялось и было замкнуто, еще не вышло, вовне. То есть гусеница превратилась в бабочку, и бабочка это в конце концов вылетела за пределы физического тела. И как только это происходит, новая супраментальная структура, новое вибрационное тело
выходит, или, правильно сказать, ну, слово выходит, а вырывается, что ли, в эту беспредельность, в вечность, и начинает вибрировать уже в унисон со всем сущим. То есть это совершенно, так сказать, новое, легкое, свободное дыхание, ну, на энергетическом уровне, что ли, не имеющего отношения к физическому телу и к той физической тюрьме, в которой наша жизнь была долгое время заключена. И, наконец-то, мы оказываемся в океане вибраций, всеобщего сознания, опьяненной действительно свободой. Это свобода, ничем не стесненная свобода. Это свобода новой жизни, свобода супраментальной жизни. Это действительно чудо. И только после окончательного обретения полной энергетической прозрачности я завершил работу по описанию процесса эволюционной трансформации человека. Помните, вот те схемки изображены, человечки условные, там как энергия идет, куда капает, вот какие она, эта энергия, изменения производит. И теперь во мне состоялся как бы финальный этап этой работы. А до этого времени я не имел права подменять практику теории. Я понимал, что вот обретение энергетической прозрачности – это нечто финальное, это то, что действительно должно венчать нашу работу на пути. Но до тех пор, пока я лично не испытал это переживание в своих ощущениях, ну, я до тех пор и не обнародовал эту схему процесс эволюционной трансформации. Это действительно было чудо. То есть финально завершилось. Это было где-то в начале 2000-х годов. 2001 или 2002 год. То есть лет 10 понадобилось для того, чтобы вот этот носитель созрел и вышел на свободу. Работа на пути. Так что работу не торопите. Потихонечку все идет. Вот. Все идет по плану, не по нашему плану. Как бы мы не торопились и не пытались что-то получить или сделать пораньше, обязательно это будет сбой в работе. Так что сколько надо, столько и будете в том состоянии, не мешая работе трансформирующей силы, трансформироваться в угодном ему направлении. Так вам кажется, должно быть. И насколько менее тяжелым все теперь кажется, исчезает эта тяжеловесность материи, она становится текущей и вибрирующей. Это говорит о том, что тяжеловесность, плотность, инертность, неподвижность материи не являются ее сущностными качествами. Они были к ней добавлены. Это ложная материя. Материя, как мы ее себе представляем или чувствуем, но не материя, как она есть на самом деле. И это теперь очень отчетливо ощущается. Так вот, пребывание в новой тонкой вибрационной структуре, абсолютно не связанной теперь с физическим телом, и ощущая ее невероятную легкость, пластичность и текучесть в сравнении действительно с тяжеловесностью и плотностью физической материи, мать делает вывод, что это и есть открывшаяся в нашей истинной материи, в ее истинно божественном проявлении. И действительно, следуя логике инволюционного движения, то есть погружения в материальность, да, на нисходящей дуге эволюции земного человечества, эти инертные свойства материи были добавлены в процессе нашего погружения в плотную материальность. И, соответственно, на восходящей дуге эволюции, на которой сегодня, духовной эволюции, на которой сегодня находится земное человечество, материя должна трансформироваться в сторону утончения и вновь обрести, что ли, ранее утраченные ею свойства. Вот это восходящая дуга эволюции. Это сознательный вариант духовной реализации, то есть помощи эволюции с нашей стороны, помощи Господу, да, которого мы открываем в себе. Вот этот вариант позволяет нам сознательно обрести вот то новое, принципиально новое, что будет существенно отличать человечество шестой расы от человечества пятой, ныне существующей человеческой расы. Лучшее, что можно сделать, это не иметь ни предубеждений, ни предвзятых идей или принципов. О, эти моральные принципы, эти принятые модели поведения, что нужно делать, что не нужно делать, предвзятые идеи относительно морали, развития, потом все эти социальные условности, условности, созданные разумом, это самое худшее из препятствий.
Я знаю людей, которые потеряли десятки лет, пытаясь преодолеть одну из таких ментальных конструкций. Но моральные принципы и модели праведного поведения, гнездящиеся в уме духовно ориентированного человека, это нам наивысшее достижение, ну, я бы сказал, позитивных, что ли, духовных исканий, но не имеющие, увы, широкого отклика у подавляющего большинства жителей Земли. И то безумство, что повсеместно творится сегодня на нашей планете, прямое тому свидетельство. Как это ни парадоксально звучит, но лучшее из старого, вот то лучшее из старого, это традиции, религиозные традиции, духовные традиции, это главное препятствие проявления принципиально нового. То есть того, что способно кардинально изменить сознание людей и привнести в него истинную, а не зыбкую ментальную духовность, которую Иисус называл строением на песке. Если ты в уме построил некий духовный оазис, если ты предписал какие-то правила, которые должны соблюдаться якобы для того, чтобы жить духовной жизнью, Иисус это называл построением дома на песке. В один момент то, что построено в уме, способно рассыпаться. А то, что построено духом, которым ты сознательно открываешься, это действительно следующая ступень эволюции. Это то, что действительно на самом деле должно состояться при нашем сотворчестве с Господом. Праведники – это неплохо, да, но они отнюдь не революционеры духа. А вот Спаситель был истинным духовным революционером, он буквально изнутри взорвал старую исчерпавшуюся духовность, которая имела несбыточным идеалом, ну, праведное поведение. Вот попробуй. Веди себя праведно. В этом мире, ну, то, что ты в уме выстроил, оно, безусловно, вот, не спасет тебя от вот этого мира. Ибо только открытие и рождение истинной сущности и трансформация сознания в направлении обретения жизни вечной дает тебе возможность существовать в этом мире совершенно в новом качестве сознания, по-иному совершенно его воспринимая, по-иному совершенно, если воспринимаешь его по-иному, взаимодействовать с этим миром. А все твои праведные задатки или задатки праведного поведения – они в один момент разобьются об эгоистичность вот того мира окружающего, об эгоистичность людей, которые, ну, на сегодня в полной мере демонстрируют нам свое царство. Идеалом праведника, если помните из евангельских текстов, Иисус видел Иоанна Крестителя. Однако своим ученикам он говорил, если помните: «Меньше из вас в царстве будет больше Иоанна». То есть Спаситель прекрасно понимал, что ветхозаветные заповеди, писанные на бумаге и запечатленные в умах людей, должны быть превзойдены. То есть вчерашний день должен уступить место завтрашнему, а потому заповеди Нового Завета должны быть запечатлены духом именно в сердцах людей, и исполнение их должно стать простым и естественным, как дыхание. И если железобетонные праведники и сугубые моралисты, наработавшие устойчивые стереотипы примерного поведения, этого не поймут и не изменят свою позицию относительно идеала духовной жизни, то они так и останутся заложниками смертной жизни на земле. А сделать это, увы, бывает очень-очень трудно, говорит мать. То есть праведникам выйти из стереотипа праведного поведения и решиться на революционный подвиг, на изменение в корне своей праведной жизни, да, трансформировав ее в угодном Господу направлении, ну, это достаточно сложно и трудно, ибо та программа, которая записана в уме, она очень сложно ломается, она очень сложно претерпевает какие-то изменения. Если бы можно было быть вот таким открытым, действительно открытым в простоте неведения, которое знает, что оно есть неведение, готовым принять все, что к тебе придет, тогда, возможно, что-то бы и произошло. Но речь идет о том, что только человек, чье сознание не обременено прошлым,
пусть самым лучшим по человеческим меркам прошлым, способна просто и с благодарностью, обращенной к Господу, принять в свое сердце то новое, что кардинально изменит его жизнь. И вот мы приводили пример духовного становления 13-летней девочки. Еще есть пример духовного рождения и становления 17-летнего юноши. Это блестящее тому подтверждение. И не случайно Спаситель призывал своих ближайших учеников уподобиться малым детям и всецело доверившись Господу, как своему единственному родителю, не вспоминать прошлое, не думать о будущем, а просто укрепиться в настоящем моменте, здесь и сейчас. А в настоящем моменте, только в настоящем моменте времени, возможно стяжание Духа Святого, то есть той силы, которая нас трансформирует в угодном Господу направлении. Вот. Естественно, и жажда прогресса, жажда знания, жажда преобразования, и, главное, жажда любви и истины. Если вы можете сохранять это, тогда все идет значительно быстрее. Действительно, жажда, нужда, понимаешь, нужда, все остальное не имеет значения. Нужно только это. Ну, речь идет о том, что если вы действительно задыхаетесь в этом безумном мире, если в вашем сердце разгорелось императивное, то есть повелительное стремление, не путать с нетерпением, во что бы ни стало вернуться домой, то есть воссоединиться с божественной истиной, обрести божественную любовь и, наконец, победить саму смерть, если в вас это есть, если в вас эта жажда есть, то ваша работа на пути сознательной духовной эволюции будет идти стремительными темпами. Но если вы, желая сохранить свое жалкое эгоистическое прошлое с его маленькими витальными радостями и большими разочарованиями, решили просто поиграть в духовность, поиграть, постоянно оглядываясь назад, то ни о каком продвижении по пути речи быть не может. Сила сердечного стремления способна воистину творить чудеса. И, казалось бы, невозможное становится реальным. Укрепившись в главном, вы разрешаете массу всевозможных проблем, в частности, связанных с вашим физическим здоровьем, с психическим здоровьем. Но должно быть действительно стремление, искреннее сердечное стремление перестать быть теми, кем вы являетесь сейчас – бедными, больными, страдающими. Вот. Если это стремление есть, если есть, так сказать, покой в уме и покой в эмоциональной сфере, то никаких препятствий к обретению новой жизни просто быть не может. Цепляться, продолжение этой темы, цепляться за то, что считаешь своим знанием, цепляться за то, что чувствуешь, за то, что любишь, за свои привычки, за свои так называемые потребности, за мир как таковой. Это связывает вас по рукам и ногам. Нужно покончить со всем этим, то есть разорвать все путы. И действительно, цепляться за свое священное прошлое, за свои священные знания, за старый, полностью исчерпавшийся мир, за все его ценности ложные, за то, что доставляло вам когда-то временное удовольствие, это значит цепляться за смертную жизнь. Не разорвав путы смертной жизни, вы так останетесь в лучшем случае неисправимым романтиком, что впереди что-то будет, что впереди ждет что-то интересное, а в худшем случае вы станете смертельно скучным пессимистом. Либо романтик без всяких оснований на то, либо смертельно скучным пессимистом. Вами должна двигать исключительно жажда прогресса, духовного прогресса, то есть стремление сердечное стать на путь сознательной духовной эволюции и коренным образом изменить свою жизнь. А потому надо держать, и только дерзновение ваше в духовном плане поможет вам обрести действительно принципиально новую жизнь. А других аргументов, у меня нет. Действительно искренние сердечные стремления и правильная работа на пути сознательной духовной эволюции позволят вам на собственном опыте, на собственном примере, получить то, что теоретически вы вроде бы знаете, но в практическом плане вы от этого пока еще и далеки.
Это говорилось тысячи раз, но люди продолжают делать то же самое. Даже такие, знаешь, очень проникновенные, которые проповедуют это другим, они цепляются за свой взгляд на вещи, за свой взгляд на вещи, за свой способ чувствовать, за свою привычку к прогрессу, которые им кажутся единственно возможными. Вообще-то, сама по себе идея духовного прогресса абсурдна. Вот когда говорят о духовном прогрессе, то такого, в принципе, быть не может. Вся история земного человечества свидетельствует об обратном. То есть идет полная деградация. Какой там духовный прогресс в целом, его близко не видно. И только слепые и мертвые могут этого не видеть. Объяснение этому феномену довольно простое. Состоявшиеся духовные плоды на землю больше не возвращаются, а на земле пребывают только те люди, кто в очередной раз так и не выучил главный урок жизни. Причем каждое новое воплощение – это воплощение в все более трудных социальных условиях, в все более гнетущей атмосфере. Вот. То есть люди со временем неуклонно коснеют в своем сознании, приверженным смертному прошлому, и ничего прогрессивного от них ждать, ну, в целом не приходится. И даже если они порой говорят правильные слова, то эти слова мертвы и не способны душу пробудить, а потому только упорный, ваш упорный индивидуальный труд, творческий труд на пути сознательной духовной эволюции способен вырвать отдельных, подчеркиваю, духовно одаренных индивидов, решившихся кардинально изменить свою эволюционную судьбу из цепких когтистых лап вот той самой смертной жизни, которая вот повсюду сегодня, ну, как бы расцветает. Так что сегодня для того, чтобы состояться в главном, имеются все необходимые условия, все необходимые возможности, так что не упускайте время. Знаете, что и как делать, делайте. Другого варианта просто нет. Без какой бы то ни было видимой внешней причины, даже без видимой психологической причины, я вдруг вижу ясно, отчетливо. Это длится несколько секунд, а потом уходит. И это случается со мной при совершенно разных обстоятельствах. Вот, например, я беру запись и вижу так же ясно, как и раньше. Замечу, что я четко вижу все. В последнее время это происходит все чаще и чаще. Так вот, у матери, страдавшей катарактой, помутнением хрусталика глаза, в последнее время, вот как она говорит, постепенно происходит настройка тонкого физического зрения, которая функционирует на вибрационном, то есть на волновом уровне, и не зависит от состояния физиологических органов зрения. Это новый способ функционирования зрительного анализатора, пробивается постепенно. Она об этом говорит, неоднократно об этом упоминает в своих опытах. Пробивается постепенно и со временем заменяет, когда это действительно необходимо, старый способ зрительного восприятия окружающего мира. Восприятие только в отраженном свете. А вибрационное зрительное восприятие физического мира отличается от традиционного тем, что все предметы видятся не в отраженном свете, а самосветящимися, то есть состоящими из биллионов цветовых точечек, которые спускают вовне свой внутренний свет. И следует сказать, что при этом четкость изображения просто феноменальная. Вот я просто знаю, вот о чем идет речь, я это проходил, это действительно феноменальная четкость изображения. Вот. Что касается видения на больших расстояниях, то есть можно действительно, настроившись на определенное место или на определенное, как бы, на определенного человека, да, можно это видеть. Я такой опыт испытывал где-то на ранних этапах работы на пути сознательной эволюции. У меня был ряд любопытных опытов, которые я делал по своей инициативе. Но это бывали случаи и спонтанного видения неких событий, как наподобие телевизионных новостных репортажей, какие-то картинки возникали на ограниченном экране белом. Это интересно было. И как видится подобная картина? Перед глазами возникает
ослепительно белый, ограниченный в размерах экран, который поначалу застилается клубами серого дыма. Вот какие-то дымы там серые. Затем дым рассеивается, и на экране появляется отчетливая картинка, причем отчетливая картинка реальных событий физического мира. А что касается вот намеренного видения на расстоянии, то я провел такой эксперимент. Находясь на работе, я решил попасть домой и поглядеть, чем занимаются мои домашние животные. Мое отсутствие дома, кот и собака. Вот. Оказавшись дома, я увидел, что они мирно спят на ковре в моей комнате. Очень четкая была картинка, но для того, чтобы проникнуть мне в комнату и вообще в свою квартиру, мне надо было как бы подняться на лифте мысленно, подняться на свой этаж и подойти к двери квартиры. Сразу вот попасть в квартиру мне не удалось. То есть я должен был намеренно пройти мысленно этот путь. И только когда я подошел к двери, поднявшись на лифте, я тогда туда вошел. Ну, как бы условно говоря, вошел, тогда только увидел. Очень интересная была такая картинка. Действительно, проявились на паласе с характерным рисунком цветным два животных, кот и собака, мирно спят, нормально. Однажды на белом экране я вдруг отчетливо увидел спиральную молекулу ДНК. Я видел ее в электронном микроскопе, а тут она была цветная. Цветная, живая, переливчатая, очень красочная. То есть молекула ДНК была видна как в живом виде, как бы изнутри. И как-то не так давно мне представилась еще одна интересная картинка. Она сама, эта картинка, спонтанно возникла. Динамическая картинка, как внутри муравейника из белых личинок появлялись на свет новорожденные муравьишки. Они прогрызали эту белую оболочку и вылезали на свет. Это вообще была феноменальная картина, просто интересная. Представляете, вот я вижу на этом экране, как рождаются муравьишки. Я просто питаю слабость вот к насекомым, к муравьям в частности. Вот. И вот тут мне показали, как они рождаются. Очень интересно. Я не просил, оно так получилось. Как-то показали соседа в купе на верхней полке, который ехал дня за два до того, как я поехал в поезде на самом деле. Я его увидел за два дня, потом он на самом деле на верхней полке в поезде был. Как он там оказался за два дня, не знаю, но он там был. Я его узнал. Вот. Ну, такие интересные вещи вот с этими, с картинками бывают. Специально развивать это, ну, это глупое занятие совершенно. Если это попутно как-то возникает на каком-то этапе пути, но это не отнюдь не духовное достижение, это к духовным достижениям отнести нельзя. Ну, просто вот что-то такое, сопутствующий продукт. Вот. Так что, если вам вдруг придется или доведется принять участие в подобных экспериментах зрительных, то ради Бога этим не обольщайтесь и не воспринимайте это как духовное достижение, и не пытайтесь заниматься этим намеренно. Ибо это просто некий, ну, промежуточный, что ли, побочный результат трансформации вашего физического сознания. Физического сознания, не более того. Если этим увлечься, можно попасть в лапы оккультных сил. А иногда наоборот. Например, когда никого нет рядом, чтобы прочесть мне ту или иную бумажку, то я пытаюсь, я бы хотел ее прочесть, и невозможно. И чем больше я прикладываю усилий, тем больше она скрывается в тумане. А в другие разы я хочу что-то увидеть с определенной волей и вижу это очень четко. Тут явная непоследовательность. Должно быть, это зависит от какого-то иного закона, который управляет физическим. Но я его пока не знаю. Так вот, при невозможности увидеть и желание во что бы ни стало сделать это, например, прочесть написанное, тонкое физическое зрение не проявляется, потому что ум, эго пытается настоять на том, чтобы это видеть. Мать это точно установила. А в спокойном состоянии, при отсутствии ретальной реакции, тонкое физическое зрение, когда на то действительно есть необходимость, оно проявляется просто спонтанно. Она пока не может объяснить механизм этого процесса, констатирует только факт. Факт спонтанного изменения зрения в сторону улучшения в ряде обычных будничных ситуаций.
Вот уже какое-то время, довольно длительное, я читаю по ночам во сне, вижу очень хорошо. В момент пробуждения я держу что-то в руках и читаю, вижу очень четко. Так что нельзя сказать, что на ночные действия влияет физическое зрение. Тут что-то совсем другое. Ну, чтение текстов в сновидениях не вызывает у матери никаких затруднений. И то же самое отмечается ей тотчас после пробуждения, когда она берет в руки текст и без труда его читает. Просто ночная настройка органов зрения на новую волну, на вибрационную волну, какое-то время еще продолжает действовать в бодрствующем состоянии, когда она вот только пробудилась. Это весьма любопытный факт, свидетельствующий о том, что происходит кардинальная перестройка органов восприятия. Они начинают воспринимать окружающий мир на уровне вибрации. Причем это со всеми органами чувств происходит. Постепенно ты начинаешь понимать, что ты общаешься с этим миром и воспринимаешь его на уровне вибрации, а не на уровне чисто физиологических чувств, вот чистой физиологии. Перестройка коренная происходит. Уже давно я вижу образы, сцены и так далее. Обычно я не видел, но не слышал. Да, я видел, но не слышал. И вот внезапно я начала слышать. Я могу услышать самый слабый звук. И слышу совершенно разборчиво, нормально. Это говорит о том, что все, что касается внутреннего развития физического и тонкого физического, все еще мир неизвестного, который предстоит изучать. Так вот, наряду с тонким физическим зрением, в условиях супраментальной трансформации у нее начал проявляться принципиально новый механизм слуха, также базирующегося теперь на вибрационной основе. То есть расширение диапазона слышимых звуков и их повышенная восприимчивость, ну, как, какое-то время заставляло меня использовать для защиты беруши, ибо временами даже небольшой по силе отдельный звук вызывал ощущение взрыва, как перенастройка. Какая-то проходила. Вот. Проявляется также избирательная звуковая чувствительность посредством спонтанной настройки органа слуха на определенную частоту. То есть разборчиво слышится только то, на что настроен слух, независимо от силы звука. Например, шепот на фоне общего громкого шума. Если вы на этот шепот настроены, вы будете это слышать. Ну, идет перенастройка такая интересная. Опять-таки на уровне вибрации. Мать сетует на то, что для изучения законов изменения материального мира и их реализации потребуется очень много времени. Она говорит, такой путь, как этот, за сотню лет не пройти. Все еще только предстоит изучить, мы ведь ничего не знаем. Ну, надо сказать, что для того, чтобы на самом деле детально изучить законы изменения материального мира в процессе эволюционной трансформации, прежде всего необходимо, чтобы сам исследователь, работая на пути сознательной духовной эволюции, на собственном опыте хотя бы частично познал то, что он намеревается изучать. В противном случае все это выльется в интеллектуальную магию с обращением внимания на множество несущественных мелочей частного свойства, а главное, просто уйдет из поля зрения. А что касается будущего, то даст ли нам вообще Господь еще сотню лет для изучения того, что мы так и не удосужились до сих пор узнать, прежде всего на личном опыте? Это вопрос. И на наш взгляд, сегодня имеется разумный оптимум необходимых научно-практических знаний, который позволяет духовно одаренному человеку реализовать свое истинное земное предназначение. Нужно ли к этому дополнительно привлекать еще какую-то точную науку, которая способна только все запутать в своих концепциях витиеватых? Думаю, с точки зрения практика эволюциониста, ответ ясен. Взвесить, измерить и оцифровать божественное и то, что из него следует, просто невозможно. Сатпрям, я не уверен, но у меня постоянно такое ощущение очень сильное, что это не зависит от детальной проработки той или иной точки, и что на самом деле однажды все просто случится внезапно. Мать, да, верно. Указания на то появляются и говорят, все будет вот так, и все тут, а потом исчезает. И когда все будет вот так, тогда оно просто будет. Да, ты прав, это точно.
Так вот, действительно, вот накопительные изменения в материи, именно в материи, а не в психической сфере, они происходят практически незаметно. То есть есть давление силы эволюционной на материальный план бытия, происходит там изменение, происходит практически незаметное ощущение такое, что вообще ничего особенного-то и не происходит, все вроде бы как прежде. А что будет дальше? Ну, таким вопросом даже не задаешься, потому что дальше будет то, что ему угодно, именно ему, но непременно внезапно это может произойти, так же внезапно, как вот рождение в духе, например. Вот. И это замечательно, что от тебя ничего не зависит. Ты полностью уверяешь свою жизнь и все, что с ней связано, божественному провидению. Ты уверен и знаешь, что ничего способного повредить тебе, твоей душе и другим людям не будет. Это действительно замечательно. Замечательно, что от тебя ничего не зависит. Главное, так сказать, встроиться в работу божественной силы, дать ей возможность делать то, что она считает нужным. Так что все свои эгоистические мечтания или ментальные модели относительно будущего, их надо просто оставить. Не надо об этом или на эту тему фантазировать. Живите в настоящем, наслаждайтесь каждым моментом благодатным, а все, что должно быть, оно непременно состоится. То есть накопительный процесс, процесс накопительный в плане трансформации жизни или окружающего мира, он происходит, происходит как бы незаметно, но в конце концов это состоится в виде квантового скачка эволюции, в частности. Это вера, что все мгновенно, щелк и все изменится, станет гармоничным ритмом, выражающей себя волей. Эта воля есть видение, выражающее собой истинное видение. Да, именно так, гармоничный ритм, который выражает себя. И действительно, когда ты полностью и безоговорочно во всем доверяешься Господу, а не внушаешь себе, что ты ему доверяешься, да, это беда многих мнимо сдающихся. Многие мнимо сдающиеся уверяют себя или пытаются уверить себя в том, что они Господу сдаются, что они ему доверяют, хотя на самом деле этого нет. Так вот, когда ты действительно полностью и безоговорочно во всем доверяешься Господу, твоя повседневная жизнь перестает быть напряженной. То есть она свободная, то есть гармония новой жизни прочно устанавливается во всем твоем существе, в том числе и в физическом теле. И оно, физическое тело, как представитель материального мира, также входит в этот гармоничный ритм, который полностью вырождает ту волю, волю свыше. Это действительно чудо, которое невозможно себе представить, пребывая в плену грез самых разнообразных о гипотетическом светлом будущем, что оно когда-то настанет. Вот эти ментально-витальные грезы, которые порождаются смертным существованием, это иллюзии. А вы действительно способны в течение этой жизни совершенно в новом качестве проживать жизнь, свою повседневную жизнь здесь, на Земле, в новом сознании. Это действительно чудо, о котором вы и помыслить-то не могли, даже теоретически. Недавно я наблюдала что-то вроде выставки или дефиле всевозможных теорий человечества, объясняющих творение, мир, жизнь, существование. И все эти концепции представали передо мной одна за другой, от самой очевидно примитивной и невежественной до самой научной. И все они, эти человеческие представления и концепции, мать улыбается, находились на одном уровне непонимания. Так вот, действительно, все теоретические концепции от грубо примитивных до интеллектуально изощренных относительно всего и вся в этом мире страдают одним существенным недостатком – отсутствием в них истинно божественного видения. Божественное в этих фантазиях участие не принимает. И когда истинное видение наконец проявляется во всей полноте, и вы действительно взаимодействуете с окружающим миром из нового сознания, то надобность в озвучивании чего-либо относительно будущего, прошлого полностью отпадает, ибо все содержится
содержится именно в текущем моменте времени, который определяется прошлым и определяет будущее, то есть жизнь в вертикальном времени. Звучит странно и в попытках разъяснения непереводимо на известный нам ментальный язык. Но имеющие уши услышат и не станет больше задавать ненужных вопросов. Так что оставьте все ваши теории, предпочтения, антипатии до тех пор, пока они в вас существуют. Ибо ловко жонглируете ими. Если они у вас есть, и вы как-то ловко с ними управляете, значит, вы безмерно далеки от истины. Как только приходит истинное понимание, истинное сознание, все те теории, которые вам когда-то нравились, которые вам полюбились, они просто перестают существовать. Вот по поводу Вселенной. Она вообще возникала когда-то? Вопрос к вам. Нет. Она была... Вот ментальное сознание, оно всегда, если что-то, то должно возникнуть и должно чем-то закончиться. Вообще она никогда не возникала, никогда не исчезнет. Это то противоречие, кажущееся для ментального сознания, которое в новом супраментальном сознании, как факт. Когда ты везде и нигде, как это? Когда никогда не возникало, никогда не исчезнет, как это? А вот так. Так что не ищите начало, большой взрыв, там точка сингулярности, потом все должно разлетаться, а потом лопнуться. Все это полная чушь. Она всегда была, есть и будет. В ней только динамические преобразования. То есть сознание меняется, меняется, так сказать, ну, состояние сознания. Вот вы во сне такой же, как здесь на Земле. Вы вообще о земном существовании в сновидениях помните? Нет? Не помните, также переключитесь в какой-то другой уровень. Ну, просто так, я говорю. А когда вы сознательно реализуете себя в духовном плане, тогда непрерывность сознания сохраняется. То есть вы не сразу оказываетесь там в беспамятстве чего-то, а у вас все остается. Накопительный вариант, он никуда не девается. А до тех пор, пока вы не состоялись в главном, вы все время будете перескакивать в другое сознание, совершенно, так сказать, паровая связь с тем, что было до того. Вот и все. Так что Вселенная никогда не возникала, никогда не исчезнет. Так что не беспокойтесь, сколько будет светить солнце, там миллиардов лет, это вас не должно волновать. Вы же рождаетесь в вечности, работая на пути. Вот это нужно сделать, а все остальное – ерунда. Но все обладали одинаковым правом выразить стоящее за всем этим стремление. Это было чудесно. Даже за верой дикаря, за наиболее примитивными религиозными представлениями, самыми невежественными убеждениями, стояло равное право выразить это стремление. После этого чувство превосходства интеллекта напрочь отпало, немедленно отпало. Ну, если говорить о праве отражать запредельное, как оно видится, пусть пока еще невежественным сознанием, то это нормальное явление, ибо ступенчатое познание истины, ее частичное отражение, как форма духовного роста, безусловно, требует какого-то выражения, как-то это выразить. Однако следует помнить, что пока вы привязаны к тому, что по-хорошему требует постоянного обновления, ваше продвижение по пути постижения истины приостанавливается и требуется отказ от ее частного изображения, дабы отображения, дабы познать божественное во всей полноте. Откажитесь от того, что вы сейчас имеете в своих представлениях. Идите дальше. И как только отображать станет нечего, позывов таких не будет. Значит, искомое достигнуто, и уже есть тот самый результат, та самая истина, которую требовалось открыть. Когда вы становитесь этой истиной, уже познавать нечего. Вот это финал. Вот. Помните слова Спасителя: «Я есть и путь, и истина, и жизнь». Если говорить о предлагаемом нами пути сознательной духовной эволюции, то это не продукт интеллекта, а по сути своей творческая переплавка эволюционного опыта великих учителей человечества прошлого и современности, которые осуществляются в процессе индивидуальной практической реализации этого пути. Реализации пути обретения Царства Божьего и жизни вечной через посредство стяжания Духа, как это представлено в евангельских откровениях Спасителя.
Так что путь сознательной духовной эволюции, как венец духовных исканий в человечестве, является собой, еще раз повторяю, чудесный синтез подлинной эволюционной науки и истинной религии без каких-либо частных оговорок и условностей. То есть это венец духовных исканий всего земного человечества. Установилось понимание, что все происходящее и накапливающиеся трудности совершенно необходимы, чтобы ничего не забыть в общем движении вперед, чтобы все двигалось вместе. Это только видение деталей закрывает все. Это будет как цыпленок из яйца. Пока он внутри, для поверхностного взгляда цыпленка нет. А потом вдруг, оп, вот он. И действительно, для качественного эволюционного роста, для абсолютного совершенства готового духовного продукта, а готовый духовный продукт – это носитель жизни вечной, он должен состояться, необходимо правильное, с полным пониманием преодоление многочисленных и, на первый взгляд, вроде бы необязательных трудностей и препятствий, которые встречаются нам на пути сознательной духовной эволюции. И без этого невозможно движение вперед. Без этого невозможно окончательная огранка нашей истинной сущности. Без этого невозможно полноценное созревание в коконе физического тела, а это своеобразная яичная скорлупа новой тонкой вибрационной структуры, носителя жизни вечной, которая в один прекрасный момент действительно вдруг выйдет из нашего тела, как цыпленок из яйца, на свободу и устремится в беспредельность. С самого раннего детства у меня был контакт с высшим сознанием. И состояние Земли и людей меня просто поражало. Еще совсем маленький, я все время находилась в состоянии ошеломленного изумления. Аки я получала удары постоянно. Все, что происходило, резало как ножом, обрушивалось ударом кулака или молотка. Что же это? Как такое возможно? Вся эта низость человеческая, ложь, лицемерие, все извращенное, все, что искажает и разрушает поток силы. И все это я видел в своих родителях, в обстоятельствах, в друзьях, видела во всем изумление. Так вот, мать с самого раннего детства несла в себе присутствие высшего сознания. Это ощущается, да? И вот через призму этого высшего сознания она видела мир, окружающий мир во всем его эгоистическом великолепии. Мир, где процветает низость, ложь, жестокость, лицемерие. И даже близкие люди, как она говорит, несли в себе эти изъяны. И все это больно ранило ее чувствительную душу, разрушая тем самым поток божественной силы. И при этом мудрый кармический педагог, как она говорит, учил ее кулаком и молотом, чтобы она наконец познала правила божественной игры и начала жить так, как свыше предписано. Человеку, имеющему с рождения духовный дар, важно, глядя на все, что его окружает, не впасть в хронический пессимизм и не отчаиваться, а принять этот мир, абсурдный мир, как данность, ибо есть выход, который заключается в правильном понимании всего происходящего и правильный путь, который предполагает преодолеть это неведение, вот то, что действительно в нас заложено, и исполнить, наконец, свой главный долг. Эволюционный долг перед Господом. И важно помнить, что окружающий мир, это должно быть у вас прям буквально записано, где-то там обязательно, что окружающий мир изменить невозможно, а изменить себя, вырвавшись из цепких объятий этого мира, не только можно, но и должно. Это ваша главная задача. Что касается здоровья, при любом заболевании, заболевании в кавычках, у меня было полное убеждение, полная уверенность в том, что болезнь не имеет реальности. И еще совсем юный, лет 13-14, каждый раз, когда приходил такой удар, я обращался к своему телу. «Ну зачем тебе болеть, раз тебе просто нужно быть здоровым?» И так было до 30 лет, и даже немного дольше. Но постепенно с этим нарастающим пессимизмом, пессимизмом физического разума, это угасло. Так вот, что касается состояния здоровья, то мать отмечает, что в юности она всегда занимала позицию души,
который знает, что болезнь не имеет реальности. Она лишь результат нашего извращенного сознания, нашей мнительности в частности. Но где-то в 30-летнем возрасте, как она говорит, пессимизм пораженческого физического ума полностью поглотил здравый смысл. То есть разрушил психологический иммунитет, и болезни стали реальностью, заставив в них поверить. И только работа на пути сознательной духовной эволюции позволила ей, будучи уже в преклонном возрасте, страдая хронической эволюционной недостаточностью, вновь вернуться на позицию души, как это было в юности, и прочувствовать нереальность болезней. Вот отсюда следует вывод, что надо как можно раньше начинать работу на пути сознательной духовной эволюции, чтобы как можно раньше обрести стойкий духовный иммунитет, вибрационный иммунитет, позволяющий с ранней молодости, когда связь с душой еще не утрачена, сохранить и психическое, и физическое здоровье. Что делает эволюционную трансформацию сознания и тела абсолютно безболезненной? А для тех, кто намеревается начать эту работу, как им кажется, слишком поздно, то есть работу на пути сознательной духовной эволюции, примером должна служить мать, сознательно ступившая на путь в 70 с лишним лет. Так что сотрите печать пессимизма и работайте, не обращая внимания на возраст и состояние вашего здоровья. Выносить в себе живую жизнь или жизнь вечную способен каждый. Любое самое, казалось, дряхлое тело способно породить носитель жизни вечной. Понятно или нет? Неважно. Важно, чтобы он был очищен от подсознательного перегноя. Состоится все, а неважно, в какой оно физической конфигурации или что там есть. Ноги, руки целы или их нет. Понятно, да? А то, думаете, упустили здоровье, все не так, позвоночник кривой, там энергии не так текут. Да все так, там другие энергии. Это вы все со сметным телом, там с энергиями по контуру органов, и справа или слева там что-то у вас шевелится. Все это надо забыть. Потому что вибрационная основа или духовная основа – это не те проточные энергии, которые господствует в физическом теле, в сметном. Это совершенно другая структура, другой уровень, более глубинный и более тонкий уровень. Сатпрем по поводу самодеятельности компиляторов, использующих откровения Шри Аурабинды и матери по своему эгоистическому усмотрению, цитата: «Они так делают, постоянно во всем. Они разрезают на кусочки Шри Аурабинды, они разрезают на кусочки мать. И вот, пожалуйста, это закон, это правило, этот принцип». Ну, о чем он здесь говорит? Вообще-то самое ужасное, когда на именах великих учителей человечества паразитируют те, кто палец о палец не ударил, чтобы одолеть этот путь, который мужественно прошли те, чьи имена они используют для прикрытия своей некомпетентности, особенно в части практической реализации их учения. И когда мать узнала, что ученики, так называемые ученики Шри Аурабинды, издали книгу «Интегральная йога Шри Аурабинды», не читали такую книгу? Она у меня в рукописи была. Ну, какое-то было подпольное издание. Вот. И я понял, что там Шри Аурабинда близко даже не лежало ничего. Это было в начале 90-х годов. Так вот, когда она узнала, что они издали книгу «Интегральный йога Шри Аурабинды», то она возмутилась, заявив, что он никогда такой книги не писал, что это компилятивный источник, где собраны высказывания Шри Аурабинды по самым разным вопросам, сделанные им с разное время и в разных обстоятельствах, в беседах или в переписке, совершенно разными людьми. И в результате по одному и тому же вопросу можно встретить совершенно разные толкования, способные ввести в заблуждение неискушенного читателя, особенно начинающего духовного делателя. Потому что он с каждым человеком говорил по сознанию, причем в разное время, в разные времена, вот, в молодость, там где-то в последние годы жизни. Все это намешано, вот такой винегрет совершенно ужасный. Вот. И,
Сегодня во множестве издаются брошюрки и книги по практической реализации интегральной йоги Шри Аурабинда, в которых наблюдается причудливое смешение доморощенного творчества их авторов с идеями и рекомендациями Шри Аурабинда, что способно нанести непоправимый вред физическому и психическому здоровью тех, кто готов взять написанное на вооружение, в смысле практики. Кроме того, повсеместно создаются школы, якобы практикующие интегральную йогу, где, в частности, в качестве основных методов используются приемы хатхи-йоги и коллективные восходящие медитации, что прямо, что напрямую противоречит самим основам интегрального пути постижения истины, которую рекомендовал Шри Аурабинда. И подобная клубная самодеятельность под руководством доморощенных амбициозных гуру, выбравших в качестве знамени имя одного из великих учителей современности, не имеет никакого отношения к этому, к тому, что это можно назвать, и они это называют учением Шри Аурабинда. Никакого отношения к его учению эти компилятивные вещи не имеют. «Ужасает, — говорит мать, — это нечестность. Они вырезают и убирают все, что им мешает, и оставляют только то, что их устраивает. Я много раз говорила, если цитируешь Шри Аурабинда, всегда нужно помещать рядом противоположную цитату, чтобы показать, что он сказал все предвидел и всему определил свое место». Так вот, речь идет о чем? Чтобы полностью исказить подлинное учение, надо выбросить из него неугодные цитаты или урезать их по своему усмотрению, подогнав все под ту модель, которая удовлетворяет амбициозных профанов, которые взялись подкорректировать истину. Так было всегда, когда истинное учение попадало в руки невежественных толкователей. Что касается тех речений Шри Аурабинда, в которых он, как может показаться на первый взгляд, противоречит самому себе, то это неверно, ибо он намеренно представляет в них разные позиции сознания, в том числе нетрансформированного сознания, когда истинное видение затмевается эгоистическим. У него есть такие цитаты. Так, например, «разум хорош как средство прогресса, но в то же время с какого-то момента является серьезным препятствием для эволюционного роста». Вот по поводу ума, в частности. Или возьмем физическое тело. В его животном варианте оно препятствует эволюционному росту, а преображенное становится нашим лучшим помощником в работе как инструмент божественной воли в материальном мире. Или еще. Формирование эго как способ проявление индивидуальности – явление положительное, но для полноценного духовного роста нетрансформированное эго, безусловно, является серьезным препятствием. Вот это надо знать и понимать, что в корне противоположные как бы выражения имеют смысл, имеют основу, имеют право на существование в целом. Вот, когда оно видится в целом, и по отдельности каждая часть составляет вот, ту непреложную истину на данный момент времени, в данном качестве сознания, об этом надо помнить. И если говорить об изменении видения одного и того же предмета, явления или вещи, то оно, естественно, претерпевает динамику с изменением нашего сознания при условии, если мы следуем по пути сознательной духовной эволюции. Видеть нечто с позиции невежественно-эгоистического сознания – это одно. С позиции рожденного психического существа духовным оком – это другое. И видеть это же, полностью с ним отождествившись, видеть уже в сакраментальном свете – это совсем-совсем другое, абсолютно не похожее на все предыдущее. Мысли и афоризмы Шри Аурабинды и молитвы медитации матери были написаны ими вскоре после духовного рождения и отражали их тогдашнее видение мира. А впоследствии, по мере проявления супраментального видения, многие вещи были ими коренным образом пересмотрены, и оттого возникает недоумение, когда же они были правы. А правы они были и тогда, и сейчас, ибо истинность позиции целиком определяется состоянием наблюдающего сознания. Трудно это понять умом, но оно именно так. То есть изменением сознания менялись и взгляды на вещи. То есть на тот период, в том состоянии сознания, они были праведными, они не могли быть другими. Вот и все.
всем, кто приходит ко мне и говорит: «Но вы говорили 2 года тому назад вот это, а 3 года тому назад вот это». Я отвечаю: «Да, я теперь говорю обратно, а через 5 лет, может быть, снова повторю то, что сказал тогда». Так вот, старое ментальное создание, старое ментальное сознание не обладает пластичностью мышления. Оно как бы, ну, очень структурированное и очень жестко. Вот, ему требуется, старому ментальному сознанию, определенность, то есть требуется конкретность во всем, что касается взгляда на все и вся. В ментальном сознании либо да, либо нет, либо так, либо не так. То есть там всегда двойственность. Ему совершенно невдомек, что видение окружающего мира в разных ракурсах и в разных ракурсах и порождает именно эту двойственность, за пределами которой открывается еще и третья позиция, которая покрывает все эти разделения. В третьей позиции, которая занимает супраментальное сознание, разделений нету. Там видится действительно единство мира при видении отдельных противоположностей. Единство мира, оно, ну, как бы незыблемо. Отсюда проистекает и кажущееся противоречие в видении одного и того же предмета или явления. Ведь обычное человеческое сознание, ментальное сознание, жаждет определенности, незыблемости, схематичности во всем, отвергая тем самым живую, текучую, пластичную жизнь, которая вбирает в себя все эти странности дуального мира. Оно жаждет, ментальное сознание, в целях безопасности законсервировать свой взгляд на все и все, а консервация реальности в сознании человека необрежна, да, ну, если вы законсервировали реальность в своем сознании, незыблемо законсервировали, где да и нет, и хорошо, и плохо, четко определены, то эта консервация реальности неизбежно порождает духовный регресс. И, по сути, вы культивируете смертную жизнь, никак не можете выбраться из этой ментальной догматики. Догматизм – именно это и превратило учение в религию везде, везде. У насельников ашрама были встречи с англичанами и европейцами, на которых они провозглашали: «О, миру нужна новая религия, пришло время дать миру новую религию». И они хотели использовать имя Шри Аурабинда, что сделать из него новую религию. На это я им ответила: «Время религии кончились». Они не поняли, они пришли в ужас. Так вот, насельники ашрама Шри Аурабинда упорно хотели сделать из живого учения Шри Аурабинда новую мировую религию, надстоящую над всеми. Естественно, со своими незыблемыми догматами, чтобы в дальнейшем успешно паразитировать на имени учителя. Мать дала этим смутьянам отповедь размашистую, заявив, что время религии кончилось. Они так и не поняли, что она вообще-то сказала, как это время религии кончилось. И в конечном счете произошло так, как хотели насельники ашрама. После смерти матери фактически была создана новая религия для интеллектуалов, тонко упивающихся чтением трудов Шри Аурабинда, но при этом ничего не предпринимающих в части осмысленной практической реализации его супраментальной йоги, главной целью которой является то, что объявил нам Спаситель – обретение жизни вечной. А религии с их догматическими принципами разделяют людей, зачастую на враждующие станы. А задача Господа, ну, главная задача божественного провидения – объединение как можно большего числа индивидов на территории божественной души. А религии, они разделительные, они в одном, в общем-то, схожи. У них есть единство в том, что они духовно не плодоносят, то есть нет духовного плодоношения. Духовное бесплодие отличает все религии, нет их плодов-то. Где они? Откуда им взяться, если все догматизировано, если нет живой духовной жизни?
время религии кончилось, говорит мать. Настало время универсальной духовности. Универсальной в том смысле, что она содержит в себе все и подходит ко всему. Все религии были основаны на духовном опыте. Почему люди цепляются за религию? Религия основана на вероучениях, которые представляют духовный опыт, сведенный к более доступному для понимания уровне, но за счет потери его интегральной чистоты и истинности. Время религии кончилось. Мы вступили в эпоху универсальной духовности, духовного опыта в его изначальной чистоте. Я думаю, что к этим словам матери нечего добавить. Время религии действительно кончилось, и мы вступили в эру универсальной духовности, когда каждый человек, имеющий духовный талант и искренне стремящийся реализовать его, имеет возможность сделать это, став на путь сознательной духовной эволюции, являющей собой венец духовных исканий человечества. И вместо того, чтобы прятаться под сенью религиозного эгрегора, неважно какого, и всю свою смертную жизнь отдавать ему свою скудную энергию в качестве дани энергетической, есть реальная возможность напрямую открыться неиссякаемому божественному источнику, источнику божественной энергии, Духу Святому, который способен не только питать вас всем необходимым для земного существования, но и радикально трансформировать наше невежественное сознание и бренное физическое тело, дабы мы обрели, наконец, и Царство Божие, и жизнь вечная, которую нам возвестил Спаситель. Любая религия в практическом плане невольно допускает снижение духовной планки до уровня обывательского сознания, что не позволяет духовно одаренным людям, обратившимся к той или иной религии, в полной мере реализовать свое земное предназначение. Но религии, как действенный инструмент сдерживания анархических настроений и излишней жестокости в человеческих сообществах, безусловно, выполняет свою положительную социальную роль, уготованную им Господом, но никак не ту роль, которая должна выполнять истинно духовная работа, которая позволяет приносить или должна привозить духовные плоды для того, чтобы духовно одаренный человек имел возможность реализовывать свой духовный талант. Для меня показы кинофильмов в ашраме не кажутся самой большой помехой. Я так не думаю. Намного хуже, говорит мать, все эти комиксы, которые они читают, они тратят свое время на чтение таких пустых вещей. Так вот, мать возмущена поведением бездельников, населяющих ашрам, которые тратят драгоценное время на пустяки, на просмотр фильмов, на чтение никчемной литературы и тому подобное. Вот, сейчас появилась тоже для разнообразия вот эта система нажимов вот, на эти самые приборы, да. И вот я в Москве одно интересное явление наблюдал в метро. У меня все в метро наблюдение, ну, за людьми. Ну, я не могу не наблюдать, я стою и наблюдаю. Вот. А два наших товарища за мной, войдя на какой-то станции, стали за мной следить. Когда же я что-то выну? А я же ничего не вынимал. Вот. Они потом сказали: да, Александр Васильевич, 20 минут вы ничего не вынимали. У меня вынимать-то нечего. Ну, все же входят и сразу это, вынимают чего-то мгновенно. Рекорд был 20 секунд. 20 секунд человек не вынимал, но потом вынул все-таки. А я наблюдал другое явление. Передо мной стоял молодой человек. У него была банка с огненной водой, там какие-то пламена. Знаете, вот огненная вода, ну, какой-то напиток, я не знаю, как он называется, но для дури, да? Там пламя прямо вот на этой банке. Так вот, я заметил одну интересную вещь. На пролете между одной станцией и другой он 5 раз делал глоток из этой штуки и 5 раз вынимал и прятал то, чего вот нажимают. Представляете, 5 раз. То есть рефлекс крысы вот такой. Глоток, значит, надо вынуть, что-то посмотреть, потом спрятать, потом глоток опять вынуть, посмотреть и спрятать. 5 раз. Вот одну станцию только проехали. Это интересное наблюдение. Вы представляете? 5 раз. Нормально?
Это что-то новое. Вот я как-то новые иногда вещи вижу. Так что уже невозможно не вынимать, но каждый глоток этого огненной воды заставляет вынимать уже, ну, безусловно просто. Это безусловный рефлекс уже. Ясно? Вот. А вы говорите, люди нормальные. Сейчас уже ненормальных пруди, которые не могут не вынуть, это уже понятно. Но вот с глотками вынимать, это уже что-то тут новое. Раньше пиво пили, да, а сейчас вот какая-то огненная вода. Там какие-то протуберанцы, пламя там какое-то нарисовано. Ну ладно. Последнее время по ночам разворачивается вот какое переживание. Это что-то вроде объективизации, как будто разворачиваются сцены. Я в них одно из действующих лиц. Но это не я, это та или иная роль, которую я исполняю для того, чтобы иметь двойное сознание. Истинное сознание и обычное сознание одновременно. И ситуация складывается почти как в кино. Всегда есть какой-нибудь сюжет, чтобы все это было более жизненным. Так вот, здесь речь идет об ее участии в событиях, которые разворачиваются в мире сновидений. Надо сказать, что ее интегральное существо в астральном мире, мире сновидений, действуя под контролем психического существа, в самых разнообразных, порой явно гипотетических, остросюжетных ситуациях, проходит своеобразный тренаж, направленный на выработку сознательного поведения вне зависимости от места нахождения, на физическом ли плане, либо на астральном, либо на каком-то ином плане бытия. Так вот, использование ночной жизни в мире сновидений для выработки совершенной сознательности поведения в любых ситуациях – это большое подспорье в нашей духовной работе, если к этому творчески подходить. Понятно? То есть своеобразный тренаж. Есть ситуации, в которых мы в жизни, ну, не можем участвовать в связи там определенными сложностями, а в сновидении любая самая вот невозможная ситуация способна проявиться, да, и вы должны себя там как-то повести. Ну, тренаж своеобразный. Так что используйте мир сновидения для выработки ровности, правильности, спонтанности поведения. То есть это будет говорить о вашем качестве сознания. Как оно у вас? Равноценно в бодрствующем состоянии, в состоянии сновидения. Оно должно быть одинаковым, в конце концов. То есть разницы быть не должно.